Всем хай, с вами снова я, Одер, и это игра Last Day on Your Survival. Сегодня мы пойдем отправляться на рейд. Я, в принципе, уже готов, и остается немножко залить бензинчика. Так, залил, беру 204, которые я сразу спрячу, тесак Glock 17 с глушителем и 4 железных топора. Погнали сразу, рейдеров я уже вызвал, базу посмотрел, что за ник, и все. Так, вот наша база, это плеер 9346, нажимаем ехать, ну потому что у меня энергия кончилась, жесть. Ну посмотрим, что нам за база достанется, будет очень даже круто. Вот, побыстрее бы вебку получить, вы бы видели мои эмоции, мою реакцию, что я тут руками машу, там радостный, веселый такой. Так, все, базы нету. А, нет, есть. Еще и каменная, вау, вот это поворот, оу май. Требуется C4, ну естественно, какой я умный-то. Я, наверное, никого перекрывать не буду. Я думаю, базу маленькую я смогу и так взорвать нормально, сразу, моментально. А вот давайте, вот печально то, что она одним взрывом две стенки не заденет. Вот типа две стенки, одним взрывом две стенки сразу не заденет, не сломает. Придется 204 ломать. Ага, никого нету, хорошо. Давайте сломаем этот ящик и пойдут новые зомби. Новая волна зомби. Ключик! Вау! Оу май! Иди сюда, иди сюда. Ты круче и загадочнее. Спасибо, Алекс. Так. Да хотя, зачем их так мочить, когда у меня Glock 17? Давайте я так его убью. Когда ко мне рейдеры придут? Не знаю, когда к вам приходят рейдеры. Многие пишут, надо как минимум бункер альфа один раз пройти. Но что за бред, когда я прохождение с нуля пилил, и ко мне пришли рейдеры на 17 уровне. Так что я в это не верю. Так, один ящик уже взломали. Неплохое такие... неплохие такие ресурсы получились. Смотрите, целый стак бинтов, стак клея, стак аптечек. Что еще вижу? 6 гаечных ключей. Неплохой результат. Клей, в принципе, я не буду трогать, не брать. Ничего с этим делать не буду. Меня и так все устраивает. И погнали. Берем вторую C4, делаем второй взрыв и будем наказывать дальше. Так, пойдем со входа. Два взрыва, блин. Плеер 9746, ты лучший, конечно, 40 хп. И тут куча ящиков, да? Просто идеально. Чоппер я ему полностью не соберу, потому что у меня двигатели все украли уже. До этого начинаем ломать. 40. Тут сколько ящиков? 1, 2, 3, 4. 4жды 8. 36. Без громилы сегодня будет рейд, дорогие друзья. Почему я не использую этот баг? Ух, моё, карный бабай, какой ты... Твою дивизию! Куча огнестрела, ребят. Халявный огнестрел. 204. Ну да, я в плюс не выйду по C4, но выйду по огнестрелу. Это жесть. А, обалденный рейд. Так. Ух, чёкарный бабай. Надо успокоиться. Ну что, я всех зомби убил. Погнали дальше лутать. Блин, обалденный ящик. Обалденная мини-скромная база. И куча огнестрела. Я даже могу вот этот... холодное оружие забрать спокойно и не буду волноваться. 204 мне пригодились сразу. 3 мне никогда еще не пригождалось. Хотя вроде бы моменты были, когда надо было мне как раз таки 2 огнестрела. Ой, 34 потратить. Ну ладно, я буду экономить. У меня мало C4, у меня украли 26 их штук. Придется выживать как могу. Так, погнали дальше. 48. Так, изолент. Да, нет, давайте уголек. Это. Фу-фу-фу. О, болты. Болты неплохо. Так, тут у нас ящик. Погнали дальше. Ага, топорик. Как бы не запорик. 72. Ну, в принципе, неплохая таки база. И никого нету. На 75 уже появятся остальные. Тут я вижу...
смысла, да, ломать нету, мы не сможем сломать, мы можем ему только собрать, у него ресурсы-то есть, я думаю. Было бы неплохо. Ну все, в принципе, рейд закончен, ё-моё, даже не знаю, что забрать. Пишите в комментариях, что бы вы на моем месте забрали. Ну а я сейчас взгляну на ящики еще раз и подумаю хорошенько. Я вроде бы все загрузил. Так, загрузил. Бензинчика у него нету, окей. Фух, давайте, например, бобы я заберу. В принципе, неплохой вариант, особенно учитывая, когда я не буду заходить несколько дней в игру. Так что, ребят, сори, я уже уезжаю к дяде на Новый год. Именно поэтому в течение 4 дней я буду у него находиться. И, скорее всего, видосов не будет на канале. Так что, сори, ребят. Отправляемся сразу на базу. Там уже поделимся добычей с рейдерами. Ну, вы знаете, чем я обычно делюсь. Так, все, мы зарейдили, давайте вылазим с этой базы. Ну, с чоппера имею в виду. И будем сейчас добычей делиться. Тут у меня как раз есть подготовленные 3 фильтра. А знаете что? Давайте я в этот ящик все скину. Нет, не в этот, а в этот. И мы заценим, что я с собой взял. Так, это мое, это чужое. Фильтры не мои. То есть они мои. Чужое вот сюда. Ну и все, в принципе, кроме резиновых деталей. Резиновые детали, соответственно, сюда скину. Я обожаю резинки различные, да? Вот, репутация 96-я, значит, я закидываю сюда это. Похоже на правду, базы бедные, достаточно будет одного фильтра, я был прав. Нажимаем поделиться, по рукам приятель, все дела тополя. Вот так вот девушка у нас офигительно лежит. И мы сейчас вызываем новую кучу рейдеров. И постараемся... Ага! Я думал, они поближе там будут. Все, договоримся. И сейчас смотрим, что у нас в чоппере есть. Ребят, помните видео, где меня зарейдили? Я решил базу вот эту просто-напросто вот так вот укрепить. И надо будет еще сзади укрепить. Можно было эти стенки, этот ряд стен вообще не трогать. Просто-напросто. Так, тут у нас огнестрел еще есть, который мы забрали. Целых 6 штук. Просто бомбезная база. Маленькая, скромная, но зато какая полезная. Так. В итоге, что мы получаем с базы? Один ключ от камеры, 20 железной руды, 20 болтов, 6 гаечных ключей, 20 резиновых деталей, клей, колесо вездехода, 20 древесного угля, 20 бобов соуси, 20 бинтов, 20 аптечек, самодельная бита, тесак, это мой, лопата, железная труба с винтелем и укрепленной рукоятью, которую я поменяю. И Glock 17 2 штуки, М16, дробовичок с длинным глушителем, вообще отлично. Винчестер 2 штуки и 2 калашникова. Ну и всем, кому понравился рейд, ставьте лайк. Так, да, дорогие друзья, я забыл вам показать, какие у меня задания рейдеров. Я обычно же показываю, да? Второй этаж, да, второй этаж бункера Альфа. 25 сундуков на опасных локациях, очередные 20. Аптечек скрафтить, когда я их с рейдов неплохо заработал. 20 железных пластин, уже 2 сделаны. И слепого охотника убить, все просто изи. Вот теперь я все сказал. Всем спасибо за внимание, ну а с вами был я, Одер. Всем удачи, всем пока, увидимся в новых видео. Бай-бай.